Просто профессия педагога – это редкий талант. Многие думают, что если человек, хороший ученый, художник, живописец, актер, то он и педагог. Практика показывает, что нет. Вот у Николая Николаевича очевидно совершенно, помимо общих его талантов, явный совершенно талант педагога. Он помнит детей, людей по именам, по ситуациям. Даже если он не помнит имя, он помнит какие-то человеку очень важные сведения. И всегда его рассматривают как близкого, внутренне близкого человека. И он, соответственно, к каждому относится, можно сказать, почти как к родственнику. Как это охарактеризовать? Человек просто любит. Любит людей, любит жизнь, любит искусство. Господь его любит. Он даровал ему вот эту способность. Дай Бог, чтобы это длилось и длилось, а мы будем его по-прежнему любить, ценить, обнимать, не только по праздникам, и советовать своим друзьям, близким общаться.